втянули парламент, втянули правящее большинство, остатки втянуто в предвыборную кампанию. И занимаются только какими-то политическими декларациями, ратификациями. А законы, которые ждут люди, они остались вот там, за бортом. Поэтому сказать о том, что парламент что-то вообще сделал полезное, нет. Угу. Сегодня втянулись в рассмотрение закона о языке, так называемая защита украинского языка, на который вообще никто не нападал. Это чисто предвыборное действие, которое появляется каждый раз, когда начинаются выборы. И сегодняшний режим был не оригинален, он тоже внес вот этот законопроект.